Всем привет! С вами Жанна. Готовлю по книге о вкусной здоровой пище. Печенье из сыра. В моей книге нет этого рецепта, так как рецепт 39-го года. Понадобится сыр у меня натертый российский, сливочное масло, 2 желтка, мука и соль. Так как надо соленое масло, я просто его сразу же посолю. Много не буду солить, так как сыр уже сам соленый. Масло, желтки. Такая пышная масса однородная. Теперь кладу сыр. Также его размешаю хорошенько. Так, теперь всыпаем муку. Меняю насадку, чтобы замешать более густое тесто же. Теперь уже домешу руками. Когда тесто такое масляное, комбайн уже не справляется, он такой рассыпчатое делается. Тогда нужно всегда руками домесить. Вот такой комочек. Такой рассыпчатый, но надо посыпать мукой, тогда будет легко его раскатывать. Таким легким движением тесто рассыпчатое, примерно такой толщины. Я буду вырезать полумесяца стаканом. Так. Опускаю в муку, чтобы не прилипало. И еще один желток. На тесто у меня ушло 2 желтка, а для смазывания, ну, не полный желток. Того 3 желтка почти. Разогреваю духовку и отправляю. Выпекались 10 минут. На 190 градусов.
Дала ему остыть. Разламываю. Песочные такие. Вкусные. И даже получается, как будто слоеные. Мне понравилось. Печенье из сыра готово. Приятного аппетита!